1 minute before start the game. Одна минута до начала партии. Чемпион мира должен быть очень жесткий, беспощадный, убийца. Ну, вообще, я бы сказал, что одна из вещей, которая меня восхищает в шахматах, что количество возможных шахматных позиций превышает количество атомов во Вселенной. Да. Альбом номер один. Вся семья едет отдыхать на Черное море в Гурзуф. Боре 6 лет. В Зуме какое количество часов требовалось от ребенка для занятий шахматами? Это просто сейчас кажется мне немыслимым. Отец полный фанатик. Он готов был просто отдать всю свою жизнь без остатка, лишь бы Боря на грамм выступил успешно. График умственного и физического развития Бориса. Периоды подъема и спада жизненной активности. Чемпиону биоритмы не помеха. Сделал подзвучку. А зачем? Он знает зачем. Все! Борис Гельфанд – профессиональный шахматист. Во время работы зарекомендовал себя грамотным и профессиональным шахматистом. Товарищ Гельфанд успешно совмещает работу с учебой. Товарищ Гельфанд пользуется авторитетом среди студентов и учащихся. Здоров, морально устойчив, политически грамотен. Мы разрешаем выезд Бориса Гельфанда за границу. Мы бы сейчас путаем до старого. Do not disturb sign also, though. Maybe you put some over there.